Правительство не собирается никому уступать какую-либо часть суверенной территории Армении, заявил Пашинян. Вместо линии соприкосновения в результате делимитации мы должны иметь государственную границу со всеми вытекающими из этого последствиями и результатами, заявил премьер-министр. На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет соглашения относительно карт, заявил Пашинян. Азербайджанская сторона крайне негативно относится к функциям миссии ЕС в Армении, заявил Песков. «Я искренне убеждена, что отношения с Ереваном продолжат развиваться по союзническому пути», заявила Захарова. В Европарламенте прошла конференция, посвященная проблеме армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. «Вопрос демаркации армяно-азербайджанской границы находится в центре внимания Вашингтона», заявил Патель. Конгрессмен США Фрэнк Феллон приветствовал партнерство НАТО-Армения. Украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Саратовскую области России.